Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии на шестерых в Sid Meier's Civilization 5, в которой я играю за Марокко. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании. Всё-таки всегда лучше начинать с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Просто, ну ладно, я просто не первый раз играю. Ой, Дик, случайно в астрономию вышел. Все, ты ушел уже, да? Давай, да, 4. Хорошего тоже настроения. Да, я тут постою, постреляю. Да? Че там, занимайся своими делами. А, тикать по гейме, хоть новый гейм. Ну, че, я сейчас гляськи построю там на фрегату. Нау, строить не надо. Дик что-то там хочет. Мне предъявить, видно, на воде, раз он пошел первый. Сейчас бы не выйти, когда с тобой Португалия воюет. Ну я воюю уж не по этому поводу. Че, португалец, ты все уже, милиться будешь или как? Нет, я буду стоять, пока у меня два арбалета. Слушай, Сям, давай, наверное, ты будешь к Килиманджаро подходить. Давай открытые границы сделаем. Слушай, Сям, давай уже... Знаешь, это вообще похоже на упорку уже. Это реально... Ну, как бы, ну смотрите, серьезно, вы не продавите здесь, вы подходите и умираете. На этом все заканчивается. Я первый по армии. У меня промки больше. Это реально упорка начинается. Ну, тогда заплати нам что-нибудь, пообещай, я не знаю. Все, успокойся, Халецкий. Ты там, это, сиди, ты повоевал. Сейчас... А, интересно. С других там на меня вот это вот наклевываешь... И в итоге оказываешься... Причем ты так клевываешь? Открой просто демографию, чувак. Открой демографию. Хорошо, хорошо. Мы понимаем все, вот я вот первый по демографии. Правильно? Правильно. Так. Что вы делаете? Вы нападаете, чтобы остановить меня. Правильно? Ага. Правильно. Это похоже на упорку? Правильно? Мы забираемся правильно. В Петербург и уходим. Слушай, Капкан, ты там уже со своими двумя арбалетами уже стой и не жалуйся. Могу больше построить, хочешь? Можешь строить, хочешь. Ну, блин, это мог бы нау построить, дарить пацанам деньги. О. На этом все и заканчивается. То есть, сейчас появится мало, еще... У меня сейчас появится генерал. Я еще отъем тебе территорию. Вон на пшеницу, например, поставлю. И все, и тут уже тебе стена не поможет ничего. Ты просто не хочешь договаривать, ты взял, как бы, ну, испортил в некотором смысле игру нескольким игрокам, да, тебе не дали забрать, но ты при этом сам ничего не хочешь давать. Ты просто говоришь, все, заключайте мир и все, потому что я так хочу. Это очень прикольно. Сам ты длина, это довольно классно, мне нравится. Ты взамен ничего не предлагаешь, типа, мол... Миритесь со мной или все. Да, да, типа такого. Еще вы хотите от меня. А тут получается, то есть, это упорка, по-твоему, а замирившись с тобой, ты первый по демографии остаешься, дальше продолжаешь улетать, и потом приходишь, например, на самолетах. Да, я первый по промке. Точно, точно. Ну вы там дальше упарываетесь, пока капканы все. Ты предложи что-нибудь. Ты ничего не предлагаешь, ты просто требуешь от нас с тобой замириться. Ты какие-то ультиматумы выставляешь почему-то. Вот. Что, что предлагаешь ты? Воевать дальше и упарываться? Скажет, дай нам что-нибудь. Петербург. Да. Дай нам денег, дай нам, не знаю... Ребята, вы сами, смотри, сами думаете, смотри мои деньги. Ну, ты видишь, как их много? Я вижу. Капка, ну ты бы дал бы город бы. Просто так вот, и все, типа, и... Не, ну подожди. Ну, он говорит, там? Мы ничего не предлагаем. Я слышал, как Лёша сказал, даёшь. Ну, я согласен, нет, я с ним, да, я понимаю. Почему он этого не слышит, мол, он говорит, ноль предложений. Я слышу предложение, в чем проблема? А, дать Санкт-Петербург. Так, нет, подожди, ну... ты сказал, нету предложений. Есть, просто плохо слушаешь. Хорошо, какие, дать денег, которых у меня нет? Санкт-Петербург. Я до этого магазин сказал. Магазин Гуччи. Я до этого спросил, это предложение заключается в том, чтобы отдать Санкт-Петербург? Сказал нет. Делайте, что хотите. Потом же, кто останется в выигрыше? Сям, твой сосед.
Почему он выигрыш останется? Сиам тут очень много вложил в войну. Я говорю, вот именно, он вложил, а капкан привел всего сколько? 5 арбалетов? Слушай, Колецкий, а может он тебе даст денег, там вход и просто... Так я ему поговорю об этом, он же, он вообще ничего не слышит. Он говорит, у меня здесь, смотри, сколько у меня денег. Че, ну... Русский просто кровь? Ничего не хочет может, давать. Слушай, спускайся вниз с арбалетами, он обстрелял там всеми. Подожди, может, мы договоримся как-нибудь, он тебе денег даст. Ну ты видишь, понимаешь, какая цель у Халецкого? Он сейчас, он один на один меня не разберет. Тут вы вдвоем, это уже превратится в упорку. Нет. Вот он такой предлагает. Нет, мы тебя дожмем, мы тебя дожмем. Видишь, Питер уже там. Давай, к цели у Халецкого, охренеть. Да, цель у Халецкого была сидеть, развиваться с такой территории. Ты на меня напал? Пётр, ты бы мне вот генерала дал, я бы с тобой замирился бы. А я бы тебе дал бы генерала, конечно. А ему денег. Ты ж тут война, тут война. Ты... Какие деньги? Ну скажи, сколько тебе надо денег, Халецкий? Нет, Халецк. Ну, я ж спрашиваю, сколько ему надо денег? Мои условия, ты отдаешь все свои деньги в ход. И соль. Соль. Так, соль на рану. Просто чтобы я потом как бы оттянулся на всем этом богатстве. Плюс ты Сиаму даешь генерала. Вот такие условия. Вот. Это нормальные условия. Ты в том же. На самом деле. Смотрите, кто уже первый по всему? Кто первый по всему? По науке, по населению, по производству. Типа, ты... а вы сейчас вот это вот давайте... Потому что у тебя сейчас есть возможность дальше развиться, понимаешь? Вот у тебя сейчас такая возможность, немного потеряв, продолжить развитие. Я уверен, что замирившись с тобой, через 5 ходов ты опять будешь первый по демографии. Это, ну, настолько понятно из всего. То есть то, что там португалец либо Золотой век запустил, либо на производство хорошо, переключился. Я дам тебе генерала. Деньги ему дашь, Халецкому? Нет, так мы вдвоем, ты либо с нами обоими миришься, либо да, ни с кем не миришься. Хорошо, тогда давайте на следующий ход как-то обсудим это. Давай, я стреляю. Хорошо, не, мы не стреляем. Не, ну я стрелю. Ок. Я типа убью этого рыцаря. Он мне моих арбалетов. Так, давай мы только обсуждаем первую половину таймера, чтобы не было потом претензий. Ладно. А ты его суициднул? А нет, арбалетом и убежал. Значит, предложение такое. Ты, русский, отдаешь сейчас все свои деньги в ход и соль мне. Я с тобой мирюсь. И генерала отдаешь Сиаму, он с тобой мирится. Я еще могу с тобой потрейдить, русский, если тебе надо. Сейчас попробую. Да, давайте я чего-то пароваться. Чего тут упарываться? Ничего. Ты принимаешь? Подожди. Я все же пограблю Алмати, Люксик. Наконец-то это я смог сделать. Че, Халецкий, ты принимаешь? Я тебе отправил контрпредложение, ты соль забыл добавить. Чувствует будет мстя. Вот по дорожке, веди генерала. Здесь, конечно, не было. Пока уберу эту дорожку, пожалуйста. Да, блин. Так, кстати, Халецкий, не забывай, с ГГшками миримся. Кстати. Не, Сиам, не хочешь мирное предложение на 10 ходов? Что?
10 ходов. Ну, типа, мы можем... Нельзя. Так нельзя. Нет, друг другу войну объявить и замириться. Нет, так нельзя. Там прям в правилах такое написано, то, что нельзя кидать войну, а потом мир на 10 ходов. Вот все воронки уже убрали, капец. Слушай, ну а зачем их искать? Вот для чего? Это как бы дух правила о том, чтобы вот нельзя было договариваться о мире каком-то. Люди все равно зачем-то это ищут эти. Зачем? Лау, печатный пресс. Толку у меня генерала ничего нет. Как же мешает это лавент. Ну что, открываем демографию, русский на всем первом месте. Даже пяти ходов не прошло. Я там дальше не могу пройти, там лавенты мешают. Да-да, я вижу. Красиво там союзников, сколько красиво. Сколько? Можно я посмотрю? Ого, аж 3. Да. Так Мамбаса только-только отсоюзилась. Дорожку освободили. Неси. Прикольно, что Мачу Пикчу никто не построил. Это очень странно. Великих людей же вроде нельзя передавать, или можно? Можно. После потери столицы нельзя передавать. Ренессанс не приму, к сожалению. Я в компас ради еще одного каравана иду. Не знаю, халява, я считаю, ты правильно поступил, потому что оно никак у тебя не сказалось на твоем развитии. Ты выглядишь... Не знаю, типа, надо, если бы тебя захватили, было бы, конечно, еще лучше. Блин, опять тебя плохо слышно. Я говорю, если бы я бы тебя захватил, было бы лучше. Ну, это бы, да. Но там, ты... Что есть, то есть, да? Как-то немножко странновато атаковал. Просто. У тебя были все шансы захватить, тем более я на арбалеты, по-моему, на 7 ходов отстал от тебя.
открытые границы кинешь. Все. А там сколько? В три клетки? Ну, может быть и да, но там... Красивый там проход между Плавентой и Рабат. Если такое вывивать... О, Плавент, как юнитов как надо. Здорово. Шпень пошел. Деса, поехали. Но у меня это... Это... С инженера. Только я не очень понял, откуда я его набил, с какого чуда, честно говоря. Потому что, судя по всему, у меня инженер тупо со специалиста появился. То есть у меня все было на производство, и там автоматом стояло производство на мастерских. Че, религия никому не надо? Могу миссионера купить. Ну как хотите. Ну мне нужна религия, почему? Мне нужна, конечно. Или тогда лучше я пророка подожду. Ну, мне надо тут Терегварда или какие-то. Я тебе кинулся. А, чё? Если ты дорогу за собой берешь. Видишь, я ухожу. Мне так минус 15. Такое себе удовольствие. Так, так, так. Португалец, ты куда деньги свои потратил? У тебя 7 золотых. Я апнул ререм. Что у Викса спросить, я возле нее использовал нау, чтобы апнуть ререм, чтобы получить опять нау. Потому что нау стоит сколько там молотков? 80, а ререма стоит дешевле. 30, то есть ты ощущаешь разницу, да? Это не особо выгодно, но неплохо. Я же тоже вижу, что ты Голиаф строишь, я у тебя тоже сижу в столице. До этого строил Голиаф, сейчас же, конечно, понимаю. Парочку построил на деф, чего ж ты. Я тоже парочку построил на деф, всё. Взаимолюбие, как говорится. Я еще не знаю, что там Дикс решил восстанавливать, нет, зачем. Что у него там город, столица под горой. Курс. У кого? У тебя. У меня не под горой. Вот ты фрегат открыл. Дик, у тебя хороший старт. Так, ты играешь в два города, это чисто такой вот алын такая старта чисто. Да, кстати, фрегат открыл. А, 4 старта. А, 4 города, ну вон. Боже, ты же заверил Виттенберг. Куда ты опять его веришь? Квест выполнял уже Викс. Или нет? Нет. Чё? И там нет квеста. Ты просто обращаешь, да? Чё, кто-то меняться будет, или я до сих пор враг всех? Вообще-то с тобой меняется, но как минимум вся. У меня 2 серебра, у тебя 1 соль, пока я вижу. Ну, то есть... Потому что я готов, если что. А есть у кого-то кость? Нет. Есть кость у кого-то, а, парни? Ну, она, мне кажется, меня тоже не интересует. А у кого есть крабы, кстати? Сейчас я последний юнит увожу вот этот арбалет и убираю дорогу. Лёша, тебе нужно серебро, да? Да. Угу. Давай. Кстати, а краситель кто-то говорил, что у них есть, теперь уже нету ни у кого. Кстати, армия-то растет, растет у русского. Нахилится. Ну да, камбэк. Два чуда только что построили для русского. Не, ну тут камбэк должен быть уже другими юнитами. Ну и такими. Просто нахлынуть из-за, ну, затычки. Ассириец, ассириец, подстрой, пожалуйста, чуть-чуть армию на всякий случай. Ну, у меня... Та же песня начинается, та же песня.
Подожди, ну на всякий случай, ну ты ж не просто так армию строишь. Это не строишь. Или что это хочешь сказать, хилит? Она может, я поудалял уже армию куча. Я тебе говорю, хилится, мне еще Алмата дарит. Сволочь, такая подстава от Алматы. У меня в городе спритер и арбалет строится, походу. Чё мне? Так, надо, наверное, Мамбасу захватить. У меня куча армии. Куча счастья. Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической стратегии consulwar.ru. Это игра, в которой вы можете управлять всем, но при этом не умереть под грузом микроменеджмента. Недавно они вышли в открытый бета-тест и теперь усиленно набирают игроков. Ссылка в описании к видео, либо в начале и в конце видео появляется баннер. Не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша играет», чтобы получить бонусы. Еще раз, consulwar.ru. Если что, быстро захватывает. 26 сила, должен вообще очень быстро упасть. Лёша, тебе можешь ты мне помочь? А что ты там Дига захватываешь? Нет, у Дига 12 железа было, сейчас у него сколько там, 7? 5 вообще осталось. Ну, чё, а, 7 фрегатов. Ну, в смысле, ты уже вокруг моих караванов 3 нау, я уже вижу. Я ищу богатые земли. Да, да. Ну, в общем, чтобы вы знали, я порт... Ты уже 3 мои 3 аремы и ищешь богатые земли. Слушай, колбери свои нау. Официальное объявление. Я дал португальцу 6 железа. С какой стороны фрегат? Да, ты мне предлагаешь плыть, бабки искать. Ну, вообще-то Рагуза около, прям около тебя. Зачем тебе? Рагуза здесь дает 160 голды, а ты понимаешь, что нау 300 дают. Не могут давать 300 голды, 300. Да. Ты, ну, ощущаешь разницу? А зачем ты у Рагуза держишь? Парни, кто не в курсе, что португалец выигрывает игру, если строит нау без препятствий? Есть такие? Ты не видел, походу, ту игру, когда португалец 10 тысячами проиграл? Нет, не видел. Лординга, если бы я хотел караваны пограбить, они бы уже были пограблены. У меня слоник есть. Ну так я не собираюсь воевать с тобой, подумаешь головой. Ух, слушай, ну давай ты как-то это... То есть, я то есть ты считаешь, игроки не думают головой? Что за обращение? Ну, помнишь, это крить слоники, голиасы строят против меня с другой стороны. Это дипломатия, понимаешь? Если ты не хочешь слышать... Подожди, капкан. Если ты не хочешь слышать, что говорят те игроки, замьють их и не слушай. Но если ты хочешь в дипломатию играть, то будь добр нормально на их доводы отвечать, окей? А не так, чтобы подумать головой, ты что, дурачок? Вот это вот все. Ну просто возле меня сосед фрегаты строит. Я просто не могу лодки. Я понимаю, что все вокруг дурачки, один ты соображаешь что-то, но будь добр. Просто надо деньги апнуться. Не, ребят, если вы сейчас дадите ему денег, он 300 снау с одной получает. Если вы сейчас дадите ему денег, он просто заберет меня и все. Бедняжка, 7 фрегатов уже. Заберу тебя. Давай. У меня вообще даже близко нет такого ресурса денежного, как. Чё его уже 460. Вы ему денег что ли дали?
Я думаю, Нау использует. Кто ему не даст денег, ты чё? Ну, Нау мы играли сейчас берегов. Нау он открыл несколько ходов назад. Нет, они плавают, у меня уже ходов 10, наверное. Ходов 5 где-то. Ну, 5-10, да. Ну, где-то 5-6 там. Ну, уже прилично. Я так тебе на всякий случай, португалец, скажу, что если ты объявишь войну бразильцу, то я тебе тоже объявлю войну, чтобы у тебя железо исчезло. У него религия на еду. 15% получается религии. Давно ему уже объявил войну. Но если ты будешь хорошо... Грабить караваны мне. Я не плыву к тебе, камон. Ну, бля. Где я плыву к тебе? Я уплываю. Ну, просто три мои корабля были убиты. Три ремы, бедняжка. Ну, типа, они охраняли караван, если что. Я пошел грабить, я пограбил один караван, тебе потому не лорд. Потому что фрегат приплыл. Ни тебе, ни лординга не грабил ничего, потому что мне нету нужды в этом. Хотите меня, пилите. Просто играю последнюю игру для себя в этом турнире. Потому что если я не побеждаю ее, а я не записываю, я никак не выиграю. И терять ничего. Но это еще более напрягает, на самом деле. Так ты ж вышел во фрегаты, ты апнулся. Не я. Она у себя строила. Ну если бы я не апнулся, у меня бы уже не было каравана. Ну ты мне не дал ни денег, ничего. То есть, ну, ты просто хотел получить бонус еды и все. И мол, ничего вам не должен, да? Я последний по населению. Да, потому что я тебе объявил войну, ты не получаешь бонус. Блин, чё я сюда пошел? Я думал, я уже обработал клетку, блин. Не, пускай универы все-таки построятся быстрее. Еще 3 нау денег дали. И уже потрачены деньги с 3 нау. Нет. Ну как нет? 450 было, 3 нау по 200 с чем. Сейчас 611. Слушай, ну это сейчас грузить будем, чувак. Ты ходишь до прогрузки несколькими юнитами. Так делать нужно. Давай один раз мы не будем грузить, но в следующий раз будет. Окей. Ну, окей, я сейчас просто тебя не буду атаковать терминал. Я забываю про это правило, я не привык к твоей кинуть. Они и так пусть и стоят такими. Не, из-за этого же даже упреждение дали. Ну, не написали, а так, в турниром, синим значком приметили. Ну, может, а фес на еду? А, не понял. Ну, я беру. У меня же уже какой-то четвертый город. Чё ты не настоял на Санкт-Петербурге? Или вы там не давили уже никак? Мы давили, но... Ты же не участвовал дальше. Мне очень далеко идти до войны. Вот давай посольствами поменяемся. Видишь даже, где моя столица. Да, прилично.
Ну, я считаю, что Викс, с другой стороны, не помог с русским. Помог, как будто я в этой войне стал победителем. Кто? Я говорю про себя. Ты говоришь, помог, как будто я в этой войне выиграл. Ну, ты не потерял ничего в развитии, в отличие от меня. То есть мне пришлось упороться очень сильно, все убрать, чтобы отбиться. Мачо был построен за инженера. Нотр-Дам был построен за 6 ходов. То есть мне не надо было Нотр-Дам. Я вообще удивлен, что Нотр-Дам никто не построил. Строили. Уже во всех когатах воюете. Ну все, у меня рассинхрон не грузится. Так что я выйду и зайду просто. А, не, слушайте, пошел. Фига себе. Ничего себе. Первый раз такое. Так, ну я загрузился. Отлично. Все могут ходить, надеюсь. Ну, после рассинхрона должны все мочь. Да ладно, бля. Вот это подстава. О, какая жопа. Ой, не добегаю я следующим ходом. Ну, пиздец, даже война со мной на фрегатах вообще не мешает. Науку качать. Ну, блин. А как она может мешать, если уже построены универы? Вот. Ну, как-нибудь, может, он бы переключился. Будешь специально конца таймера ждать, пока подходишь? Кстати, если ты, возможно, капером захватишь нау, возможно, возможно, ты сможешь деньги снять. Найс. Сиам, я надеюсь, ты не планируешь Мамбасу захватить? Я так, на всякий случай. Да вообще хотелось, но... А что это за фигня такая? Я, главное, обстреливаю город, а ты три ремы свои приплыл. Давно хотелось, раз уж ты решил, ну пики чё. А, то есть не будет у нас тут проблем. Да, а как я заберу, если там копье? Нет, ну... Мастерский ГГшка броняется. Он может высадить, и я обстреливаю, и ты на последней секунде забираешь. Зачем мне вот это... Я поэтому интересуюсь, увидел твою трирему, спрашиваю. Ну, у тебя уже фрегаты клепаются во Львове. Ну, если что, у меня под Киевом 7 фрегатов. Не смущает? Не смущает, сори. Я в каждом городе строю фрегаты. Ну,
Ты до сих пор ты не понимаешь, прости. Затупил я тут с лошадкой. Ну ладно, следующим ходом я возьму. Можно пока ему юниты поубивать. Там еще один караван. Попрокачиваться. Слушайте, ну у него уже больше 10 нау. Он меня просто убьет нау, я думаю. Это что за бред? Что ты нубаешь? Ноешь? Ты серьезно? Слушай, в смысле, что я сделал? У меня 7 фрегатов, пару каперов. Да какая разница, я просто даже всю игру, если буду убивать по 2 нау в ход, я ничего не убью. А давай поможем тебе забрать гиф, чтобы ты усилился. Помогите как-нибудь. Ну, давайте, может, вы мир заключите? Если я он не заключит. Нет, если я заключаю мир, он набивает там 10 тысяч и забирает меня так. Вот. Ну я не очень понимаю, что ты от нас хочешь. Чтобы мы тебе помогли его забрать? Не, ну типа... Не знаю, я вот вижу минимум 10 нау. Минимум. Ну отлично. Мы говорим, заключай мир. Ты говоришь, нет, он набьет 10 тысяч, тебя заберет. Мы спрашиваем, что ты хочешь? Чтобы ты получил города португальца? Очень прикольный вариант. Нет. Давайте договоримся, что никто их там не получит. Или вы получите. Я не ты хочешь убить соседа одного на воде, потом Клординга поплывешь, лишь один на воде, да? Нет, я хочу убить чувака, который просто убьет меня 100% если он. Слушайте, вот вопрос. Допустим, если кто-то занимает первое место, и вот он не снимал, значит, он не получает первое место, а кто тогда получает? Второе место, получает первое место. А первое, значит, никто не получает. Уже все? Слушайте, ребята, почему вы обсуждаете какие-то места? Кто еще? Вы можете просто играть в ЦИВУ? Вот зачем вот это начинается? Я просто спрашиваю, мне интересно, это интерес. Я не говорю, давайте закончим. Это все написано в турнирной в правилах турнира. Я говорю, там Киев падает. Я могу сверху. Да, столица падает, держа в курсе. Ну, Киев падает, а там, а Дик там что-то... Помогать надо, братики. Вот. Нет, в смысле, чуваки, ну, тут... Я не знаю, он просто, у него все корабли были не рядом со столицей, я не знаю. Случайно получилось, да? Ты пизда. Стоп. Что-то очень поздняя какая-то пицца. Да, ты что? Так он же воевал. О, я так понимаю, пошел распил португальца. Каждый свой кусочек хочет отнять. Португалец, я бы помог тебе. А, забей. Интересно, как бы ты помог? Чё, он как-то ко мне пришел, я бы к нему тоже пришел. У меня армии на 60 тысяч. Ты с самого начала игры пошел. Я на 90. Так получилось. У меня все 60 тысяч. Там слоны. Слоны поперли. Поехали. Русский, у нас с тобой мир закончился. Продолжим. Ты хочешь продолжить? Ну, я тебя спрашиваю. В прошлый раз ты рассказывал, как тебе тут хочется развиваться, прочее, и в итоге напал. Не буду на тебя нападать. Да? Все слышали, как он это тихонечко сказал, чтобы никто не слышал? Он сказал. Что он не будет на меня нападать. Тихо. Тихонечко. Такой, не буду на тебя нападать. Никогда больше. Хочешь сладких апельсинов? Знаешь, была у всех. Конечно, можем устроить. Вот зачем? Так, что тут фабрика? Ой, ферма. Давайте дорогу. Просто алмазы. Слоновый кость. Кого-то там 69 культуры входит,
Думаю, это... Фига себе, 69. Ну, Сяму. Че там, по-моему? Ну, у него же дают эти самые невер-культуру. Я понимаю, Сяму. У него там еще и благовоние, то есть там монастыри там. Я специально посмотрел и смотреть. Я уже забыл. Я, чтобы ты понимал, у меня каждый город растет по 10 ходов. Как ты видишь, у меня очень много пресной воды. Хорошей. Особенно в стольне. У меня меньше всех культура. Прям отличная столица, 4 холмика и все в равнинах. Сори, Дик, как успеваю, если что? Просто тут еще одна война у меня. Слушай, русский, ну тебе жаловаться нечего, ты как бы первый по набранной культуре. Нет, я не первый. Ну если как? Ты по вкусу, как не первый? У тебя 2400 культуры, а у Сиама 1900. Ну что, вот теперь он догоняет, что я тебе скажу. Ты на 500 культуры уже всех обгоняешь. Не, ну ты думаешь, я бы просто так это говорил бы? На что ты намекаешь? На то, что ты пытаешься от себя отвести подозрение в том, что ты... Так я думаю, никто меня ничего не подозревает. И потом все воюют, я думаю, не до этого им, так сказать. Тебе так не кажется? Мне даже в стольне универа нет. Ну почему, ассирийцы не воюют? Ну я надеюсь, Сям, у тебя что-нибудь получится, потому что тут, ну, нереально просто. Чекайте. Тут кораблей просто пиздец. Вот видишь, как капкан, да? Помогаешь? А забей. В борьбе против забей, Рустова. Забей, ну халява, забей. В смысле, я вышел первый, я апнулся, я ничего не могу сделать. Как? Все правильно делается. Потому что я еще заранее знал, что ты сюда пойдешь, и пойдешь вот так вот месяц. Сейчас бы не пойти. Если знаешь, что вооружен, как бы. Я в курсе всех событий. Вот я был. Ну, я понимал, что лординга придет и слонами, и ты придешь. Еще приду, ты поставил город на моем море. Какое твое море? Успокойся. Все твое, сори, все твое. Отличный аргумент. Мне нравится этот город, он ко мне ближе. Хорош чуть. Все. Бедя рассталась выиграть, я говорю, молодец. Играл на попили, то есть не ты меня один убил, он попил меня убил. Посадил генерала, сидел бы пикинерами, ничего не сделал. Может быть, захватил бы как. Бы купил холм лесной, тебе пришлось бы двух генералов садить. Я сейчас просто все деньги, которые насобираю, дам русскому. Типа, пахнет такое... Не знаю. Игра на место. На свою победу. После потери столицы нет. Не расслабляйся, Сиам. Тут его еще очень сложно забрать будет. Я вижу просто львов, и он забирает его. Саша, могу сказать. Да ты Киев не забираешь. Слушай, я могу на Львове остановиться. Ну, я могу до конца игры воевать с Гигом, в принципе. Я могу тебе так. Ой, пошли. Давай, помогай мне до конца. Ребята, кто у нас в конце хода ходит? Вот так вот. Никто не ходил. У нас русские вроде как держат юнитов на авто. Да, вот русский. Давайте во всем юнить русского. Русский там по культуре. Не, я видел, русский, как у тебя юниты в конце про русские ходы ходят. Ну, слушай, и что? И что? Ну, типа, это... крашит игру. Крашит игру, ну. Да. Поставь там очередь строительства и все. Тут явно будут до конца. Слушайте, ну это супер баг. Подождите, я только что убил вражеского Нао, и он умер, но потом стал не моим, а снова стал его. Что это за бред вообще сейчас? Это не супер баг, это есть пошел. Рассинхрон. Вот сейчас это случилось. Но я никак не влияю на игру. В смысле, я не понял. Я убил его Нао, и он как бы должен стать моим, но он умер и стал его, еще один Нао появился. Только его, а не мой.
Нету шанса захвата, я не знаю. Ну давай просто говорим, что капкан его удалит тогда. То есть, я не знаю. Ну удали хотя бы, слушай, он и так не мой стал еще. Я не в курсе о чем-то. Никого не буду удалять просто так, что за бред. Ты сейчас хочешь, чтобы он это пошел разбираться с... Я не знаю, у меня ничего такого не было. Видел, а что у него... Дик, это этим ходом было? Да, когда ты уже перезашел. Ну ладно, блин, это, конечно, не я то, что... Я не знаю, что там произошло. Я никак на игру не влияю удаленно. А за... видео из вас кто-нибудь записывает? Да ладно, не важно. Это ничего не решало, просто непонятно. А там же кто-то отойти хотел, чему не это? Да пусть он ходит. Блин, ты что, не слушаешь, что мы, о чем мы общаемся? А, ну, тогда хорошо. Это, ну чё, Сиам, делаем-то? Зачем ты вообще? Ну, мы типа решили с тобой как союзники действовать. Ты сейчас такую жесть, только война началась. Не-не, у меня караваны крабят, я буду как бы езжать. 100%. Это очень серьезно, потому что я ничего с ним не сделаю один, вообще ничего. Ну да-да, я понимаю. Я только что все свои корабли отхилил. Готовь. Что можешь, готовься. Типа, если ты мне еще на ап дашь фрегат, у меня еще фрегатики будут. Ты еще будешь. Зачем тебе фрегаты? Ты с ним по морю можешь воевать или что? Конечно, могу. Ну как, ну сначала город надо забрать. Там может, да. Может появиться. У тебя львов в моих юнитах полностью. Ну, львов ты можешь иноземными забрать. Ну да, а потом Лиссабон взять, и через Лиссабон. Ну смотри, ты пока забирай, мне, возможно, даже придется корабли сейчас покупать, потому что, ну, тут жопа. Не, зачем покупать, если я могу? Логично. Он же не хочет тебе давать их. Ну, если ты мне как бы бабок не дашь, я, наверное, остановлюсь сейчас. Потому что у тебя-то фрегатики. Ну, yeah. Чувак, и мне сейчас просто остается только замириться в этот ход с португальцем, потому что ты просто отправил. Я сказал, что я замирюсь с тобой. Я все ну, то есть, никакие гарантии не даешь моего... Какие гарантии? Он уже убил все мои, блядь, корабли, чувак. Какие гарантии? Он сейчас заберет меня, потом... Бразилец. Какие нужны гарантии? Бразилец, я не знаю, у меня такое ощущение, вы когда общаетесь, вообще друг друга не слышите. Бразилец просит... Сиам просит от тебя гарантии того... что ты его не заберешь после того, как ты заберешь португальца. Только что мне войну кинул. А? Что? Где? Кто тебе объявил войну? А честно, а ты за 5 секунд до конца таймера, братишка. Что, я захватил своего рабочего? Да. Это... Рабочий решил ход войны. Да прости, вообще-то... не успеваю, две войны. Давай почему ты мне объявил войну? Ты хоть как... Вот у нас опять лаги сейчас. С таких... Сиам, ты... В Дискорде? Что? Зачем ты объявил мне войну? Я тебе не кидал войну. Да тебе государство объявило, я велен. Ты ГГшка объявил тебе войну. Непонятно. Алло, дядя. Троим объявил войну. Или двоим. Государство чьему твоему банзу. Тебе и... Шо? С
смотри, мы с тобой на разных морях, и он убил у меня почти все. То есть... А что ты говоришь? Если ты сейчас, ну, миришь, он меня забирает, и потом, ну, делает бесконечно нау и забирает уже любого, кого хочет. Нигде, я не знаю, ты у Слэйра ночью? Сиам. Я въезжаю прям в всех порах. Ник, ты у Слэйра научился, я не знаю. Да чего у Слэйра, чувак? А ты тупо навязываешь. И знал, может, вон доплывешь, если до моих гэшек 350. Найс, караван. Ты это убьешь, он его. Нет, не убьешь. Хватит. Сильно. Чё, плюс 200 бабок просто. Бывает, чё. Ну я у тебя крутится. Не, ну я понимаю. Поэтому я и иду суицидиться на ум. Вот, вот поэтому я ненавижу вот такие вот кейские нау. Стоят тут в твоих городов, ждут вот шток момента пограбить. Что сделать? А у него есть наземная? Что-то построил? Нет, я строю по КД только лодку. Можешь забирать мне из столицы. Слушайте, ну я из 4 или 5 ни одной нау не захватил, это уже что-то. О, это рандом цивы, это никак не пофиксить, сори. Почему? Это такая вот военная игра у нас, ни одной военной нации. Просто... Так, Сиам военная нация, русский довольно агрессивный. Сиаму лучше не воевать, а ГГшки сам. Вообще-то Португалия очень военная. Марракеш, ну, типа, если бы, конечно, пустыня была с другой стороны русского, то бы неплохо. Что? За что? Все, я здесь. Ну вот, только полтора хода прошло. Хочешь попытку номер 2? Нет, я просто держу там все свои арбалеты. Я сходил, Мамбасу захватил, где мне их держать теперь? И дороги еще просто так построили. Дороги были во время войны. Который ты мне, кстати, грабил. Я вот раздумываю о том, чтобы, например, вот эту ближайшую к тебе крепость убрать, поставить там... Делать что хочешь. Я тут уже все. Я сужу себе и домики строю. Что могу тебе сказать? Ясно. Не будем убирать крепость. А как львов? Атакуется. Шо? Там окупилась, я сижу. Ну, конечно, иди грабь теру, я не знаю, столько тут можно хаоса сделать. Это, мне кажется, мы вот вчетвером всю игру воюем, а там Викс такой домик и строит, радуется жизни. А чё тебе кажется? Тут ничего не кажется. Это... Я где-то первый по всему. Чё-то в такой столице, да, грех не быть по всему. Не, где-то первых местах нету. Первый уже. Блин, ну вот если бы ты поставил Петра, то где-то вот тут, где холмы чисто. Дальше, в глубинку. Ну тут все все равно, все клетки все равно не захватить, в любом случае. Дика, у тебя красители будут двойные когда-нибудь? Ну, сейчас, подождите, не могу посмотреть сейчас. Ты все пытаешься нау отобрать какой-то. Хочет бабки. Не, ну да, возможно, он получит неплохие. Красители нет, только один. О, кстати, начнет скоро дохнуть, если ты его не возьмешь. Да? Все клетки еды заблочил. Я не специально его ставлю на голову. Нет, я видел то, что я все разграбил. Да, говорю.
не из тех людей, которые здания продают, там города суицидят. Чего? Ты там еще не запустил Малком, чтобы что-нибудь пограбить? Тебе заново? Я по новой. Стоять! Нет! Иди! Там ну, Мамбаса доплыл? Нау, они, по-моему, не слабее. Каперы убьют, я не прощаю. Мои фрегаты уже едут. Они слабее. У них бонус просто на абордажную команду. Ну, я говорю, бьют сильно, не слабее. О, ты забрал Нау, можешь использовать сразу. Так, уже иду убить корабли, потому что это все равно гиблая игра. Не знаю, с чем так долго возится. Ну ты что-то мне одним ходом двух рукболей убиваешь, Тимус. О, фрегаты, прости. Офигел от счастья, так сказать. Да, это жестко. Что могу сказать? Это жестко. Боже, столько армии не строим, это такие тревоги буржуазки. Каждый ход армия, армия, армия. А, еще один нау. Смотри, русский, тебе там немного бабок достанется, я решил два замка купить с беса. Я уж Львове замок что ли купил? Давно. Вот ты не видишь, он под городом замок нарисован. Как ты смел каравеллы проатаковать? Как же захватить? Да, блин. Дик, как там у тебя дела? Я добиваюсь. Ну, он вначале убил все мои корабли, пошел на меня, сейчас я начинаю его корабли убивать. У нас тут жесть полная. Эш. Далее. Зато интересно. Ну, он очень много потратил на меня. Русский, а зачем? Минимум боюсь. Тебе ж нужна религия, я вот только что миссионер. Ну так ты предупреждай. Где ты его поведешь? Я уберу арбалеты. Ну, куда скажешь, туда и... Ну, иди вот по дороге, где у меня арбалет... Ну, по крепостям я сейчас оттуда уберу. Загляните на consoleworld.ru, а на этом пока все. Продолжение партии, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.